не показываю, да? Не показываю, да, тебя? Меня нет. Нет. Да, человек X на заднем фоне. Короче, Женя передает всем огромный привет. Скажи «да». Да, вот, всем привет. А это же музей Невзоровых, да? Да ладно. Слушай, 4 года отбатрачила художки я здесь. Пешком ходила, кстати. А знаешь почему? Мне давали деньги на дорогу, а я шла пешком и на обратном пути. Помнишь Машку Шалыгину? Вот мы с ней сюда ходили, а на обратном пути я покупала булочку. Там магазин был, то ли Чебурашка на той стороне, то ли Чебуречная, что такое. Мы, короче, из-за булочки шли пешком. Смотри, как тут красиво. Видишь? Вот тут в камеру смотри. Класс, елки. Здесь по-другому сочное было. Сочное и зеленое, да? Сочное и зеленое, да. А, вот он, Арбат, да? Сделали. Типа местный Арбат. Местный Арбат, окей. Ну, красиво же. Смотри, как все преобразилось. Даже вот с того раза, 3 года назад, когда мы здесь были, этого не было ничего. Ну, вот сюда и в ту налево сейчас пешеходную зону сделали. А вот это что за здание? Это тут военный. Угу. А библиотека Абаяна чуть дальше, да? Она там дальше. Угу. Вот такая здесь красота. Известная гостиница «Бинар». Ну-ка, кому известная, почему известная? Не, ну вообще, ну я-то нет, тут ни разу не был, кстати, даже внутри просто не заходил. Ага. Раньше как-то она популярна была. Я как магнит от камеры в разные стороны. Ой, не могу. Давай еще раз так. Ну, видите, не все люди любят там сниматься просто. Всем большой привет! Продолжаю свой влог и хочу показать вам, что в Семипалатинске наступила осень календарная, как я и ожидала. Видите, желтые листья везде, прошел дождик, погода испортилась, а так все равно солнечно, тепло, ну по нашим меркам очень даже тепло здесь. Так, в общем, я выбираю подарки. И это капец, какая непростая вот задача. Смотрите. Столько вот всего интересного. Зарядка идет. Угу. Такая тачка-зажигалка. Все, значит, и на рабочее, и все, да? Угу. Угу. Хорошо. Так, ну, она сейчас заряжена, в принципе. Угу. Я просто показала, что заряд работает. Вот работает. В общем-то, вот целый клад я нашла. Но на новостройке больше такого нет, да? Ножи вон еще есть у нас. Штуки. Так, продолжаю рубрику «Что я везу с собой из Казахстана в Германию?» И что это у нас? Шторы! Давно тут все прикалываются. Каждый раз я везу с собой шторы. Вот, а поскольку я была 3 года назад, конечно, я обязательно должна с собой новые шторы. Знаете, чем мне нравится? Вот, вот так покажу вам и сейчас немножечко расскажу. Да, это вот я взяла в зал. Здесь цвет не передается. На самом деле он такой розовый, нежно-пепельный. Грязная роза, вот так. Это я в зал себе взяла. Вот, в общем, фишка такая. Да, фишка такая. Капец, вот эта фишка. Вот так человек выглядит, который 4 недели в отпуске находится. Чем нравится, да? Огромный выбор тканей. Во-первых. Во-вторых, здесь же можно их сшить. Цены по сравнению с нашими просто почти даром, да? Почему нет? Почему нет? И, ну, я не беру какие-то уже... Раньше я брала шторы с ламбрекенами, такие там вообще. Вот эти, кстати, на заднем фоне, это тоже шторы когда-то были привезенные мной из Казахстана в Германию, а потом из Германии в Казахстан. Вот, а сейчас... Я заказала себе в зал только тюль, а нет, вот ночники тоже. И в детскую я заказала шторы, но вы их увидите, когда мы их повешаем или повесим. Вот, в общем, я довольна, как слон. Но шторы мне подарили мои родные. Вот, это такой подарок, потому что я больше себе ничего выбрать не смогла. Сложно мне было ходить по базарам, потому что народу много. Все толпятся, такая суета, а после 7 месяцев тишины как-то это все на нервы действует.
кто такая? И кто такая красивая? Дверь открыли. Да. И заходи, я да? Я посуду мою. Игорь, тебе дверь открыл. Заходите. Спасибо. Вот. А у нас завтра будет селедка под шубой. А у вас? Мариночка чистит селедку. Слушайте, так ловко получается. Смотри, раз и от костей отошла, да? Нет, костей много еще внутри. Надо будет очки сейчас одеть. Вот еще у нас тут овощи, свекла, картофель, морковь. Да? Но это йодная сетка, Лёва. На грудку и на спинку. Давай, не бойся. Йодная сетка. Ну что делать? Футболку сниму. Леон у нас подпростыл, как нам кажется. Сатанические вещи. Это лечение моего детства сатаническое. Йодная сетка. Давай, Марина, заговор, заговор там. Ну ты шепчи хоть что-нибудь. Я не знаю, что. Не так уже страшно. Она там какой-то рисунок делает. Йодная сетка. Нам в детстве бабушка пишет. Эх, съел. Собакены тут тоже есть, да? Ты маленький. А что такое? Ты голодный, да? Ты голодный. Ой, хвостами машет. Бабушка вам косточки, да, скидывает? Бабушка вас подкармливает. Ой, красавчики какие. Почему же вы одни-то? Нет хозяина, да, у тебя? Нет хозяина. Так, мы стоим, ждем такси. Нервы просто на пределе. Терпеть не могу я эти ПЦР сдавать. Как-то это прям... А, вот наше такси, точно. Ребят, страшно, не знаю, прям... Позже объясню, почему. Так, вот приехали мы в ПЦР-тест. Вроде бы как инвитро или что-то такое. Блин, зашли, как всегда. Вот. Страшно, да, посрачки. Мое любимое выражение. Мы маски забыли. Масочный режим и маски забыли. Молодцы. Ребята, капец, мы попали. Это все очередь. Лишь бы до 11 успели. До скольки они там, до полдвенадцатого. Я в шоке, если честно. И так страшно еще столько ждать. В общем, перед тем, как зайти, нужно заполнить специальный бланк. Из всего этого бланка мы можем заполнить только имя и фамилию. И год рождения, всего остального у нас здесь как бы нет. Вот. Но у нас с собой паспорта, потому что нам международный ПЦР нужен. И обязательное условие, чтобы он был на английском языке. Ну вот, кто будет делать ПЦР-тест. И в этой клинике делается ПЦР. Вот утром мы сделали. А вечером мы заберем результаты.
Ну, как бы так оговаривалось, как на самом деле будет. Короче, я вам расскажу позже. В общем, все, ребят, сдали мы тест. И он, бедный, вообще чуть с ума не сошел. Он задерживал там дыхание, насколько это возможно. У него все-таки симптомы простуды присутствуют. Но температуры больше нет. Сделали мы... Да что ж такое-то? Вот как... Температуры нет, просто вот такие симптомы простуды, ОРВИ. Вот, в общем, результат будет сегодня вечером с 4 до 5. Если кто-то приедет в Семипалатинске, также надо будет сдавать ПЦР. Знаете, что вот здесь делают тест в течение дня. То есть до 11 сдали, в 4 получаете результат. Что очень удобно, да, кто летит, не нервничать. Вот мы завтра вылетаем. Ну и до завтра ждать, допустим, долго, да. Ну и как бы... Ну, сами понимаете, щекотливая ситуация. Не дай бог, он придет положительный или вообще не придет, а без ПЦР на самолет не посадят. А если положительный, то нужно перебронировать билеты и все прочее. То есть, ну, как бы немножко заранее. Но сильно заранее не сделаешь, потому что он всего-то 3 дня годит, да, 3 суток. Вот, другие страны даже 72 предполагается часа, где-то 96, а именно в Германию 30, за 36 часов, чтобы он был годен. А при том, что мы вылетаем с Астаны, а в Астану едем за сутки, ну вот так сложилось. Поэтому вот оптимально сегодня прям все хорошо сложилось. Нам дорогу здесь перейти надо, да? Стоим, ждем. О, я вижу конец поезда. Долго стояли. Вон, видите, где начало? Это мы находимся на 72-м квартале. На твой телефон. Давай на твой. Лен мне предлагает положить сюда свой телефон или камеру. Что случится? Сейчас я точно мимо не пройду. Так, в общем, настало время первого расставания. С папой мы больше не увидимся в этом годе, как мы говорим. И не годе. То есть этот момент наступает рано или поздно. Ну как, со всеми придется проститься. Короче, стрёмно. Ну, на 2 килограмма меня тяжелее. Снимки его выше. Я 96, а да он 98. Мне на память, чтобы ты же было. Все. Пакет, как, пакет. Легкая, да, руку. Это левая, да, Вика? Давай, а? Да, это постельная. Иди с дедом пообнимайся.
пока-пока. Больше не увидимся. Давай. В этом годе. Да, конечно, да. Так же жизнь. Да. Ой, привет. Ой, ты снимаешь? Да. Ё-моё. Помойки льется. Запах. Ого. Это не поливочная машина, помойка? С помойки лилась, вон с нее с боку. В общем, иду по такой красоте забирать свой ПЦР-тест, масочный режим. Сыкотно, не представляете как. Все-таки мы подпростыли нехило. Теперь я чувствую, что мне тоже не очень. Ну, как бы хуже, чем было. Так, наверное, вот здесь где-то. Так, ничего не стоит. Сюда, не сюда. Вот, или номер не входить, звонить, звонок. Где может быть вообще? А дальше нигде не может быть. Давайте звонить. Ну что, в общем, можно выдохнуть. Тест отрицательный. Капец, я перенервничала. Каждый раз я сдаю этот тест, и каждый раз я нервничаю. Все, теперь меня ждет такси. Я еду домой, потому что у нас уже гости.